три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. То есть мы сейчас не догонишь, тогда не будет такого ускоряться. Нас не догонят. Раз, два. А, три даже, все, тут даже где я был? Тут? Ну да. Раз, два, три. Раз, и на один усиливаю, то есть 4-5. Таблеточка. Mm-hmm. Как в этих так. В матрице. Точно. Такая. Ну давай. Они прозрачные, блин. Теперь я раз, два, три, четыре двигателя у меня. Без вариантов. Раз, два, три, четыре. Плетусь сзади. В хвосте эскадры. О-о-о. Торговой. Работорговцы. Короче, нужно иметь 7 лазеров. Иначе нету. -4. -4 человечка. Вот и прилетели. Это каждому так? Да. На 7 лазеров получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, например, да? Или как? У тебя... Эти половинки. Этот, во-первых, он не может стрелять. Да, точно. Потому что тут либо... Да, я установил. Ну, то есть он у меня просто так для красоты? Все... Подожди, он как получается? Он отваливает, или нет? Смотри, лазер у него изнутри стоит. Да, где? Он что-то неправильно он не стоит. Он не действует. Отваляю лазер, да, он не действует. Эх. Но мог груз отвалить, если хотел. Ну или договорился. Ну надо было изначально это все решать. Ну ладно, да. То есть у тебя получается 1, если добавишь, что тут будет 2-3, и тут пополам. То есть если добавишь, ну, то у нас не хватает, тоже 4 человечка, да? Да. Да. И нас всех эти работорговцы. А могли бы 8 бабок поднять? Если бы 7 лазеров. Раскулачили. 7 лазеров, честно говоря, тоже не очень простенько запилить. Вообще никак. Открытый космос. Ну опять то же самое. Летим дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут, короче, если кого-то на круг обгоняет, он тоже выходит. Mm-hmm. Так. Раз, два, три. Ладно, тогда добавлю 2, потому что что-то сильно отстаю. То есть, получается, я на 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я все еще на 4. Даже до старта еще не дошел. У тебя ритм-поток. Ну, начинается веселуха. Маленький давай, хорошо кидай. Маленький спереди. 12 мимо прошу. 12, большой спереди. 10. Я его расстрелял. Я мог наоборот кинуть. У меня вот, а у меня поле. Не, поле. А большого поле не спасает. Вот это он летит, и вот это у тебя отлетело. У меня вот отлетел двигатель с Бенсона. My fucking груз. Заразу. Да, его. Минус. Дальше. С правого маленький 12 мимо. Большой. Справа? 8. Сюда, да? Лазер отфигачил. Да. А это мне вот в это выпадает? Вот это выпадает, и все ниже, что держится на нем. О, ну. О, ну! Не-не-не, это все тебе в минус идет. Здесь уже минус больше, минус 8, видишь. Все отлетело. Тоже сюда все. И маленький тоже справа. 8. Туда же. Значит, ну, я полем, вот этот я полем защищу. Да, последний двигатель. Это такая жесть вообще. Врач, а, не туда кинулся, да? Да, к себе. Двигатель. Но все равно чонер, да? Ну, возьми хотя бы одну. Открытое пространство. 6. Прибинь там меня вперед на 6. Ну, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мы тебе вообще тут будем лететь долго. Ну, карточка кончится. И упорота. Так я надо, не знаю, либо на 1, либо на 3. Ну, у тебя все равно только на 1, то есть я все. На 1, да. Я третьим не буду, так что пока не буду никуда торопиться. На 1 просто. Я на 1. Я медленнее не могу. Метеоритный поток. Дальше что, я кажется, я сейчас освещу. Маленький спереди. 5. Отскочил. У меня нет. А у меня передний вот этот не убивает? 5. Вот, отскочил. Отскочил? Нет, большой. Строго упадать, да? Маленький. Маленький спереди. Подожди, маленький я мог. 7. Этим. Отскочил. Чем мог? Маленький я просто потом отскакивает. Либо это полем защищает. Тогда полем защищает. Да лучше это потеряю. Ну понятно. 7. У всех отскакивает. 7, да. А вот снизу. Снизу 7 отскочило. Отскочило. А у меня разфигачило ядро. Все. Так это же большие же, он не отскакивает большие. Маленькие. А это маленькие? Маленькие. Большие, вон там. Видишь, такие. У меня ядро разбило, мой корабль уничтожен, да? А у тебя он не держится, да, все. Ну вот, долетался. Опять не прилетел, да? Ты груз можешь свой за полцены продать. У тебя 2 бакса. 2 бакса. Которые все равно вычтутся, потому что у тебя больше минусов. Ну, короче, ничего не продает. Ну что, еще один маленький. 3. Мимо. Теперь у нас слева маленький. 9. Отскочил. Отвалился двигатель после. 9. Почему? А, слева, слева, слева. И справа пятерочка. Отскочил.
Дальше летим. Ладно, что-то хорошее. А где ты, космос? На 6 меня там скридвинь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже торопиться некуда, я на один. Ужас. Планеты. О, валился весь корабль. А мне лучше уже ложить-то особо. Ну что, на два там меня назад. Да, тебе там без... Две зелененьких возьму. Хоть какая-то компенсация за моральный ущерб. Смысла нет вроде трех бак. Хотя, в принципе, тоже тут отставать уже не отставай. Как бы возьму что-то три. Желтенькое? Да, желтенькое возьму. На два дня. Хоть какой-то. То есть я сдвигал, нет, на два дня? Ну, а то меня сдвинул, нет? Нет. Раз, два. Так, что теперь? А, ну как, веселая игрушка? Да, вообще. Ну, дико. Дикий рандом. Дико, еще не долететь, да. Дальше. Ну, еще один корабль будет, да, третий? Да, большой самый. Ну и самый длинный. О, контрабандисты, 4 надо уметь. Блин, у меня 3. Раз, два, три, 4. У меня 5. Я их зашел, я их день пути. А что такое 2 серых? Это если бы ты груза? Не победил, 2 груза им отдал. На любых тебе. На день меня назад, и я у них желтый... Синий и зеленый. Синий я выкидываю свой. О, сам нагрел контрабандист. Заброшенная корабль, станция. Надо 6 у меня есть. Есть. У меня нету. У меня есть. Ну бери. Остаюсь. Только мне некуда 2 краска, только один возьму. Один красный возьму. Обследовали. Надо было тот не скидывать этот. Планета! Ух, как хорошо. Как только ты ложите, не притаритесь. Красных некуда. Ну, я сяду и вместо зеленого желтый возьму один и все. А мне смысл, наверное. Ну, только красный, один синий взять. Все, красный мне некуда ложить уже. И все красный. Синий. Ну, синий один возьму. Ну вот мы и долетели. Ну что, я прилетел первый, это 8. Я минус второй. 2, 6. Почему минус 2? У меня 2 этих было. А у меня минус 2 хера. Погоди, я еще не пробую эти самые свои грузы. А, ну у меня 8 минус, о, 6 минус 8 минус 2. У меня минус неизвестно сейчас, сколько. 3 зеленых это 9, ой, 3 желтых это 9, красный 13 и 2 зеленых 17 еще. Ну вот уже... Поднялся. У меня остался невыплаченный кредит за корабль. Так, у меня получается минус 8 плюс 6, то, что я второй, то есть минус 2. Грузы свои. Минус 2, это как раз 2 синих убираю этот минус. Ну да. 2 красных, 8, 10, 12, 15. 15, сейчас будем, у кого красивее корабль считать. Все, понять, считается все торчащие в космос эти самые трубы. 15 mm-hmm. баксов. Как раз. Подай 15 баксов, пожалуйста. А я тебе вон дал. А, вон. 20. Раз. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре, пять, у меня 4. Шесть. У меня 4. Значит, сколько там? 4 еще дается. Саня. Ну, так. Самые вот. Некрасивые части отвалились. Так что. Ну, так вот. Весело. Метеорит подиктовал. А сколько у тебя было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На, много. Много? Ладно, давайте четвертый строить. Третий. Последний. А, третий. Все, это как бы начинается второго, если более сложно. Угу. Первый. Для продвинутых игроков. Ну, да, сверху положу. Давай сверху. Такая вот игрушка. Такой, честно, Faster Than Light, там так же летишь, ничего не то взял, тебя сразу нагнули там любые. Я дальше на третьей системы не долетал. А может даже если все взял, нагнули. Ну да. Там, ну там сколько там систем, 10 нужно пролететь или сколько там вообще? Ну не так, да. А я там дальше третий не долетал просто. Я тоже пока не долетал. 1500 очков я максимум наберу. Ну, 1000 с чем-то тоже. Ну, я просто недавно на Steam тоже на скидке. Я тоже недавно. С пиратом. Не, я не пирачу. Хорошо, что я буду размениться за 2 евро брать игру, если могу испирать? Только если она хорошая. Тем более, если хорошая. Я не могу ее оценить так низко. Ну что? Сейчас, погоди, события надо. Вдруг кто будет вместо строительства смотреть? Теперь события-то дофигаш. Дофигачи. Ну там уже не долетим, короче. Поэтому, по сути, играет то, что накопил во втором раунде, да? В первом, потому что маленький корабль, скорее всего, развалится. Да, эти слишком много событий страшных. Очень страшных. Сейчас посмотришь. Да сколько, как замешать? Что мешать? А, эти. События? Третий. Текс. Сейчас начнем. Четвертый, он вообще красивый. Строить. Четвертый красивый. А, четвертый, да, такой. Он похож на стартрековский, кстати. Даже этот, смотри, похож на стартрековский значок. Ну, такой, ну, четвертый, а три, а, типа, ну, вариация, либо это, либо это, типа. Похож, правда, на Enterprise.
Значит, приедет такое блюдце, и сзади там двигатель. А, предыдущих. Угу. Не разбираешься? Стартрек. Стартрек. А, у меня стартрек. Чего? Я-то любитель стартрека. Ну, в смысле, только фильм я смотрел, а там не помню, как был. Да. Смотрел сериал. Первый я, конечно, не смог еще посмотреть, потому что он слишком уже примитивный по теперешним меркам. Кто он, где это, с ящицем этим? Да. Но старинный? Да, начиная с Star Trek Next Generation, все пересмотрел. Но я уже миллиард своих версий. Да, нет, не миллиард. Я вообще их всего несколько версий. Я начал смотреть со Star Trek Voyager, не знаю почему. Потом Star Trek Deep Space Nine посмотрел. Потом посмотрел Star Trek Enterprise, новый. Самый сериал. Ну что, готовы? И потом Star Trek Next Generation. Сейчас будешь свой Star Trek. Ну, я думаю, все-таки нам сейчас, пока будем строить, давай хоть сдвинем подальше, потому что вообще неудобно. Мы тут, во-первых, не выставить нормально, если давайте, давайте. 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 Все, начинаем. Ну, удачи всем в постройке. Всем удачи. Всем счастливо. Всем пока. Ух ты. Какая гадость. Зеленая рыба. Главное же лезет. У тебя все это. Ради чего? Для чего такой? Газбец. Газбец. Что за отстой? Все отстойное. На свалке какая-то фигня валяется одна. Ничего не подобрать нормально. Не говори. Собирать там нормальных мастерских. Но это не наш метод. Да, ой. Да. О, а что это же кто-то тройник выкинул мне сами? Я не видел. Четверник, молодцы. Ву, тройниками не пользуются. По причинам. Причина ощущения не те. Недопонимание. Скорее. Чем ощущений. Ощущения не те. О, вот как же, да, лазер. Здесь вообще идеально стоит. Вообще машкой. Вообще идеально. Очень хорошо, у тебя что-то идеально. Да, он врет все. Ну тут у него все развалится. Что-то у меня такое ощущение, что не достроит корабль. А тут, кстати, вполне может быть просто, ну. Тут на полностью ну, все заполонить особо не раскатывай. Это могут только избранные. Не, просто все сопрут до тебя, все полезные кусочки, пока тут щелкать будешь. Да я уже много прощелкал, я чувствую. Да, я так же. Ё-моё. Вот именно. Все не то. Значит, удивительно, ни одного не то, что я печальный. Потому что у меня уже 4. Ну, на нашем деле главное – двигатели. Не щелкать. Не щелкать двигателями. Да, да, да. Так. Что, куда, как, зачем, для чего? Ну, как-нибудь не хочет. Черт возьми. Черт возьми. Все, сдамся, не достроит точно. Этот. Ты все? Не-не-не, он переворачивается просто. Еще не все. Это просто античитерский кубик. Да черт. Меня. Зачем мне это? Дери. Зачем я это делаю? Зачем мне это? О, нашел, что мне надо. Блин, не то. О, вот она. Вот она, супер. Нужная деталь. Лазеры. Интересно. Спрятались. О, наконец-то. Что надо? Наконец-то. Кстати, хоть один двигатель влепит. Такая радость, ты представляешь. А, нет, мое. Мой двигатель. Еще не знаю, куда я прилеплю, но мой. Мой двигатель. А я никуда не прилеплю. Конечно, не прилепишь, он мой. А, нет, не мой. Не все. А теперь вдруг вспомнил, что у меня одного лазера нет. Не но. Да. Бывает. Офига он тут. Не хочу.
Не-не-не-не. Я когда... Что ты пугаешь? Я когда скажу все, я скажу все. Это просто вот... Теперь уже может кто-то, когда этот закончится, взять и построить. Ух, столько двигла, у меня будет ракета. Двигатель ты любишь, да, я знаю. Да, зато остальное всем как-то... Пока с напрягом. Переходничок будет помнить. Я говорю, эти жизнеобеспечения вместо переходничка отличнейшая штука. Найти надо жизнеобеспечение-то это. Ну все, мне похоже, корабль завершен. Нифига себе. Ты чё? Там смотри, вообще сколько запчастей. Только начало. Тут смотри, тут можно что-нибудь еще влепить, может пригодится. Торопиться тут особо не стоит. Еще перепроверим на всякий случай, а то что-нибудь отвалится. Все, у меня уже доделано, сейчас перепроверим и закрываем лавочку. Ну, давай. Делать надо. Все, лавочка закрыта. Ну, ставь часы рачим. И бери первый номер. Так, переворачивайся и все. У меня получился маленький. Блин. Функциональности примерно как смесь первого со вторым. Между переходным. Легаленький. О, нифига себе, это там корабли, я понимаю. Ну, пока меня... еще мы не спешим. Ты бы, смотри, ты бы еще о чем. Да, я уже изначально просто себя немножко загнал в тупик. Там не нужен боковой двигатель, чисто боковой. Есть, боковой движочек. Боковой движочек, сука. Как же мне влепить тебя? Чего нету, что ли? Вообще не осталось. В закашниках тоже нет. Да, походу. Я получился корабль для перевозки опасных грузов. Да, на 4 отсека. Для красного. Друзья. Что тут еще и хорошо? О, опасные грузы. Хороший подходничок, но не нужен. Да, осталось не так много. Время, господа. Ты еще до хера. А, ты все уже что? Да. По-моему, после второго-то, кстати, в тот раз часы стали. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да нифига, так нечестно. Все. Вот, давай. Куда ты торопился, скажи. Давай. Вставляй. Все. Ну, что делать? Нет, в тот раз мы выставляем. После первого оставляется. Тогда я смогу еще из загашника еще доставить что-нибудь. Можешь. Я считаю. Доставить. На тебе не поможет. Такая хрень. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 двигателей. Ракета. У Вилла очень мощный получился. Ракета. 9 двигателей, лазеров у меня там напихано вообще. 5, 6, 7, 8 лазеров. А у меня раз, да, два, три, четыре, пять, шесть, какой-то. 7, если вспомню. А, у тебя одиночные все, вот это хорошо. А у меня все такие. Ты все одиночным захерачил. Да. Так, с самого начала я сразу здесь отстроил все это, и все двигатели зафигачил. Мне потом боковой. А потом уже лазеры. У тебя еще офигенно перед закрыт от метеоритов везде. Да. Ну а перед, видишь, они сбоку полетят. А сбоку полетят. Сбоку, да. Начинается. Куски отвалилось. Ну что, берем? Это сейчас проверить надо корабль. А ты ее мой проверяешь? Твою уже проверил. Я все нормально, это беру. Типаж. Раз, два, три, четыре. Хочу сани тоже снимать. Двумя такими там коридорами все. Ну да. Сбегает. Ладно. Так, у меня так, да. А, тогда я усилю эти. У меня все батарейки где-то по краям. Чтобы их отшибало. Угу. Ни одного спецтоварища. У меня планетянин есть. Я все хотел влепить, никак не получалось. А у меня, честно, на переходнике ушло. Сколько будет плюс 2 к скорости, да? Какой? Это да. Коричневый. Теперь поближе подвиньте сюда, чтобы было видно. Сейчас. Так вот. Я даже еще один двигатель отложил, так и не использовал. Мне в минус. 10, если этих. Да, еще две батареечки. Я не верю, что он долетит куда-то, но все равно. Первый полетишь, это хорошо. Ставь себя там. Это хорошо, да, огребать первый здесь. Огребать на первую позицию себя. Здесь. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Чего лучше? Ну, потянуть, чего можно. Да, туда можно сложить уже, сядь.
Так, мне это нужно еще тик-така. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шесть. Батарея 14. Конкретно. 14. Налепил. А, ну у тебя лазеры подзаточены все на батареи, да? Ну так. Да я кучу находил, то и лепил, я особо не задумывался в процессе, знаешь. Как бы вот деталь подходит к корпусу. Давай, ставим. Как-то что-то вышло. Главное, ну да, ты первый, сдвинь так. Давай, давай. Тебе. Начинать. Тебя и там все погнали. Ну, погнали. Сейчас, погоди, Саня, доставить свое все. Своих рабов. Так, все. Мне нужно батареи ставить. У тебя еще есть пришельцы всех видов. А, так у меня вот здесь неправильно он стоит, да? Должен вот так стоять, вместо этих двух. Да, там вместо этих двух. Сидит в кабине, вон, а там на него компрессор качает его... Коричневую атмосферу. А, у меня да, коричневый. Все. Все коричневый. Давай. Беру. Метеориты. Сразу же. Оба. Сначала большой. Откуда он там? Справа. Справа. Большой справа. Ой, блин. Восьмерочка. У меня двигатель отсобачил. Да. Мне, блин, сразу собачило дофига. Два двигателя. Куда влетел? Справа 8, большой метеорит. Справа 8. У тебя жизнеобеспечение. Чего? Справа? А, 8 здесь. Справа, с этой стороны, да. У тебя тоже отлетело 3 штуки. Ну, как что? И у меня. Что ж ты так шмаляешь-то неаккуратно? Давай, оттуда же маленький. Оттуда же маленький. 6. Не отскочил. Отскочил. Я тоже отскочил. Оттуда же большой. Погоди. Оттуда справа опять большой. Оттуда же еще одна. 6. Отлетел. Ой, удобный кусочек отлетел. Лазер подрезал. Вот у меня груза, вот что я, например, ну, сюда сделал? У меня грузов вообще только 3 места. Честно, маленький сверху. Шестерка. Сверху же. Шестерку сверху. А, маленький снизу. Снизу. Никому не страшно. 10. Десятка. Отскочил. У меня вообще мимо корабля. Скачу. У меня корабль компактный. Да, компакт. Давай, следующий. Что там? Следующий. Покинутая станция. Если у вас есть 10 человечков, то можете набрать. У тебя нету. У тебя такой есть. У меня раз, два, три, четыре. Два дня теряем. Два дня теряешь. Три. Да. Два желтых, два зеленых. Теряю. Я тут минут назад, да? Два дня. Раз желтых, два зеленых. О, зона действий боевых. Ну что, у кого меньше всего лазеров, теряет 4 дня пути. Это явно не я. У меня 3. Считайте. У меня раз... 2-3 уже с этим и добавлю 1. 4-5. Ну, да. Я сколько здесь теряю? 4 дня пути назад. 1-2-3. Вот и последний. У кого меньше всего двигателей, 3 товара теряет. Это явно не я, а у вас товаров нету. Ну и пофиг. Угу. У кого меньше всего человечков, принимает на себя вон те орудийные залпы. У нас с Саней одинаково. Ну, а, пришельцы считаются? Нет. Ну смотри, у нас 6 человек. И меня 6. Значит, кто первый из вас? Я первый. Давай, ура. Накидай себе. Поле можно защитить. Так я первый. Тебе а, только. Кто первый? Первый? У меня? Да. Потому кто первый, что за бред? Ну так вот, кто первый идет, если правильно. Маленький выстрел тебе слева. Поле можно защитить. 7. 7. Отскакивает. Не, это выстрел из пушки. Он не отскакивает. От него можно защититься только полем. У меня поле такое. Слева? Слева, справа. Справа, справа. Защищаюсь. Ну, защищаешься. А большого никак нельзя защититься? От большого, да, никак снизу. Вообще. Слева теперь. Слева теперь. А, это большой. 11. Вообще мимо. Мимо пробить, да. Спереди. Спереди. Это спереди нет поля. 5, 7. Это лазер. Лазер отфигачивал. Ну, отфигачивал. Так, теперь снизу большой. И снизу большой. Вот. 3. Бум, двигло, еще двигло. Отвалилось. Комбат-зон. Это комбат-зон. Кто там? Твиттер. А кто первый, тот и берет, да? Ну, понял. Захватывай корабль, минус 4 за 6 баксов. 4 человечка потерять за ту 6 баксов. А мне единственный способ заработать бабки, поэтому мне грузы вообще нет. А у меня вообще денег нет до сих пор, у меня коммунизм. Уже нет смысла их зарабатывать. Это я сейчас последний становлюсь и 6 баксов берусь. Где 6 баксов? 6 баксов тебе дать? Я один день потерял. Назад его там на один. Я уже отдвинулся, собственно. Стал последний. Мы все компактные. Теперь ты первый. О, я первый. Давай, получай. Получай пощам как раз. Хомитесь, сварки. Ох ты, ёбаный, да. Большой спереди, который можно только расстрелять. 8 расстрелял. У меня
жизнеобеспечение, и все мои опасные грузы улетели. А, 8? Что-то я прощелкал. Ну, трать энергию, расстреляешь. Могу расстрелять его. Снизу маленький, три отскочил. Три, это уже отскочил. Снизу маленький, три. Не отскочил. Щитом защищу. Щитом. А он тебе не в ту сторону повел щит. Почему? Почему? А, снизу, вот этот, да, низ, да, например. Еще один маленький снизу, 4 отскочил. Отскочил. Тоже отскочил. Слева маленький, 6. Поле. Поле ошибло. Поле. Два лазера. Лазер отвалился. А, ну не, поле могу использовать. Я поле использую, у меня сет. Оттуда же еще один. 7. Опять поле использую. Маленький отскочил. Не отскочил тоже. Справа. Теперь справа. Справа 12 маленький ушел мимо. Справа 6. Отскочил. Меня отскочил. А вилла не отскочил. Лазер мне еще один отфигачу. Поля нет. Вот такая вот, а еще. Еще долго лететь. О, звездная пыль. Короче, теряем по одному дню за каждый торчащий наружу сочленение. Начиная с меня. А сочленение 2 только считается как одна вот эта вот? Нет, просто одна. Как бы. Все одно считается. 5, 6, 7, 8, 9. У меня 4. На 9 меня назад. У меня на 4. 3, 4, 5, 6. Не, не, эти не считаются. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Где стоят? Сейчас, Саня, сколько? Подожди, ты меня сбил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А у меня только 4. Ну, тебе потому что отвалилось. У тебя нечего. У меня почти ничего уже не торчит. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Да. Не смог читать. Недобор, да. Вот потом. О! Open space. А теперь я включаем двигатель. Я уже должен. Давай. Ты первый. А что у тебя? У тебя 3. 6, 5. Почему? У тебя еще инопланетянин. А, 5, да, точно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На 7 минут. У меня 6 вместе с энергией. 3, 4, 5, 6. У тебя на 7? У меня на 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь я беру карту. Давай. С этого. Снова open space. 5. У меня снова 5. Опять трачу энергию. 3, 4, еще 5. Раз на 6. Вил, у тебя? 7. Не тебе. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Догоняем. 6. Догоняем тебя. 2, 3, 4, 5, 6. Ну да, двигатель поменьше будет. А яйца не отрывались еще. Догоняю. Саботаж. Ой-ё. Игрок с самым меньшим количеством космонавтов. Саня, это ты. Короче, кидаешь вот эти два кубика, определяешь... Теряет один шип компонент. Да, рандомно. Причем надо рандомно кидаешь вертикаль, диагональ. Если мимо, второй раз. Если мимо, то третий раз. Не, вертикаль, горизонталь. Ну, вертикаль, какой горизонталь. Первый? Ну, сам решай, какая разница. Пускай первый будет горизонталь. Вот этот лучше, потому что если мимо уже, то мимо. Сразу мимо. А, в смысле? Не это? Надо бросать. Так ну, это 4, также, 5, 6, 7. Уже больше мимо. Нет, это... Ты выкинешь, например, 3 или 12, уже и нету. Ну, сам смотри. Так проще с этого. Да. Это, короче, твои внутренний компонент какой-то. Короче, вертикаль сейчас. Первый, получается. Да? Ну, да. Вот это вот ты первый сейчас, да? Меньше бросков просто совершать. 6. Что-то есть. Вот этот все, он отваливается. Не-не-не, нет. Теперь вот определяй. Теряю. Какую здесь, да? Теперь горизонталь определяй. 6-3. Этот. Да, вот, 6-3. Ну. Нету ничего. А, значит, перекидываешь. Нету, да. Понятно. 11. Нету. Нет. И последняя перекидка. 10. Нет. Тоже нет. Не, все. После трех раз бунт подавлен. А хотели взорвать твой корабль. Так, следующую карту беру. Вот эти двое. Они бастуют за то, что много иммигрантов набрали. 5, 2, 3, 4, 5. У меня 6. 7. У тебя 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, бери теперь ты. Ну, какая-то легенькая. О! Троих потерять. За 4 бакса. 1, 2. И один день теряешь, да? 3. Один день меня, да. 4 бакса заработал. Хоть так. Так, дальше. О, контрабандисты. Сколько нас? 9. Йо, это мне, это нереально. А если нет, то чего ему? 4 груза теряют. 4 груза теряют. Все потерял. У нас нет. Все потерял. Ну, нищеброды. 9. У меня всего. У меня 6 осталось. Это сложно. Нищеброды, да. Опять абандонный шип. Опять чего? 5, зато 8 заработать. Раз, два. 3, 4, 5. Пофиг. Деньги зарабатывать хоть такие. Назад? Да. Раз, два.
Хоть так заработать. Еще один заброшенный кошель. У меня уже нет. Надо было подождать. У меня уже нет. У нас тоже нет. Предпоследняя карта. Всего два космонавта. Нет, там, мне показалось. Два космонавта ведут такой огромный корабль. Боевая зона. У кого меньше всего? Меньше всего, тот теряет 4 груза. У меня груза. У меня нет грузов тоже. Потом, у кого меньше всего лазеров, теряет 4 экипажа. Смотрите. У меня 3 лазера. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня тогда это будет сейчас уже 4. То есть ты? Ты теряешь. У меня 3. У меня 4. Да, я тогда, там я все приплыл. Это... Экипаж кончился. А теперь мы будем по щам по... А, у кого... Меньше всего двигателей. Ну, у меня... У кого меньше двигателей, да, получается. А, у тебя 7. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 в любом случае. Получай. Да, все, я не долечу. У тебя одна карточка осталась, обидно не долететь. Вилл залетит, долетит зато. Да. Может быть. 4. Дождь его не будет. Мимо. Справа. 7. 7 попал. Нет, слева уже. 7. Ну, отваливается. Сверху. 5. Отваливается. Там одни обломки летят. Держится еще, да, это? На нижнем двигателе. 7 опять. Убили. Подожди, 7. Да, спереди? Да, теперь 7. Теперь убили инопланетянина. Убили инопланетянина вместе с этим. Ай-яй-яй. О, такое мокрое пятно нам. Ты откуда все спереди? Нет, это уже снизу. Снизу большой, 10. От которого не защититься. По батарее шарахнул. Фух, взорвалась батарея. И еще один снизу. Обгрызло тебя, слушай, обгрызло. 10 туда же. Да, все. Ну там уже использованный был все равно балласт. Кстати, мы забыли, что если надо терять груз, а груза нет, надо отдавать энергии. Ну да? Ладно. А, ну, энергии? Да, ладно. У меня энергии. А если энергии нет? Тогда ничего не отдаешь. Последнее событие, господа. Контрабандисты. Контрабандисты еще, блин, насколько? Ну я их нагибаю. Я нет. Спокойно. И хоть груз привезу. А ты энергию потеряешь, да? И один день потерял. Получается две энергии. Ну все, наконец уже. Да. Почему две? Три. Смотри. За каждый груз по энергии, нет? С минус 2 груза, видишь. А, не, я их разбил, все. Я их первый, я их разбил, а их больше не существует. Да, только мне это нужно. Приехал. Все, считаем. 12 минус 1, 2, 3, 4, 6. Только 6 получилось. У меня 11 в любом случае. А я не могу получить меньше, чем это, да? Или как? У меня 0. То есть я смотрю, у меня минус 11. Из этих посчитаю? Не. Я из этих, да, уже только то, что получил в этот раунд, получается. Идет за карточки? 3. Ну вот они, на каждый уровень 4, свои очки 5, разные. Ну, типа, 6 я получил за грузы. 9 минус 1, минус 2. Грузов у меня нету. То есть у меня минус 2. Самый красивый корабль, типа. Ну это явно не у меня. 1, 2, 4. У меня 5, 6, 7, 8, 9, 10 торчащих деталей. 9. Запутался уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, уже больше. Да. Вилл, самый красивый корабль. 4 дает. То есть у меня вилла минус 2, я должен по боссу баксу. Ну все, да. Показывай, Вилл, сколько у тебя денег. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66. Вот такое вот число, 66. У меня 25. Но у меня 0, соответственно. Да, ты просто покатался. Я никогда не долетал. Как пастор залывается. Ну, да. Вот такая игрушка. Спасибо, что смотрели. С вами был Братец Вуз с друзьями. Счастливо. Всем пока. Живите долго и процветайте.